Сезон гриппа еще впереди, а вот прививочная кампания уже стартовала. Медики призывают не откладывать поход в поликлинику. В группе риска сотрудники сфер образования, медицины, торговли. Им рекомендовано в числе первых сделать прививку от гриппа. Противопоказаний немного. Аллергия на куриный белок, недомогание и хронические болезни. Врачи обязательно дадут нужные советы. В числе первых традиционно прививаются и сотрудники Роспотребнадзора. Перед процедурой обязательно проверяют давление и температуру, заполняют лист согласия на вакцинацию. У Майи Цалоевой все показатели в норме. Она прививается препаратом Ультрикс Квадри. Против гриппа желательно ее делать с сентября по ноябрь месяц, для того, чтобы выработался иммунитет, чтобы уже к сезону наступления острых респираторных вирусных инфекций, чтобы наш организм уже был подготовлен. Никаких осложнений, вот сколько я прививаюсь после данной вакцины, у нас не было. И ни у сотрудников наших мы не отмечали никаких осложнений. По данным ВОЗ, сезонной эпидемии гриппа уносят от 290 до 650 тысяч человеческих жизней. Смертей было бы гораздо больше, если бы не ежегодная вакцинация. По информации регионального Роспотребнадзора, до подъема заболеваемости ОРВИ и ОРЗ планируется привить до 60% населения республики. По сравнению с предыдущей неделей, на 35-й неделе у нас идет незначительный рост заболеваемости. Если на 35-й неделе у нас заболело 117 человек, это на 7,3% выше, чем заболеваемость прошлую неделю. Прошлой неделе у нас было, предыдущей неделе у нас заболеваемость была 109 человек. Вирусы гриппа постоянно мутируют, поэтому препараты, которыми вакцинируют, содержат от 2 до 4 штаммов, которые, по мнению специалистов, будут самыми распространенными в ближайший год. Иммунитет к вирусу после, по словам врачей, вырабатывается за 8-12 дней и сохраняется в течение года. Сейчас есть вакцина и Ультрикс Квадри, и Сови Грипп, как детская, так и взрослая. Все желающие могут привиться вакциной. Каждый выбирает по своему желанию, какой вакциной он хочет привиться. Вакцина очень эффективная. Это вакцина, которая советская вакцина. Она четырехвалентная, и она очень хорошо защищает от сезонных гриппов. Иммунитет человека – основной барьер на пути вирусов. Шансов распространиться у гриппа будет куда меньше, если не пренебрегать мерами профилактики, мыть руки, соблюдать гигиену и своевременно прививаться. Тамара Хшагульгова, Сулейман Костоев, Новости 24.